How you doing? Fine, thank you. How are you guys? Вот лошадки с грузом. Это мюлы. Да, это мулы. Вторая тоже лошадь, а другие две мулы. Вот они, ковбои. There's a baby dog coming through, don't panic. I'll stay with you. Hi. Yeah. Клиффорд улыбочку сделай для камеры, пожалуйста. Собак решился остаться с нами. Женя. Зачем ему куда-то идти с мулами, когда можно с Женей под деревом посидеть в тени? Собачка его не интересует. Это щенок, веселый щенок, щенок по имени Пес. Хорошие вкусные клифовые бары. Сашки их очень любят. Тебе в России прямо в метро или в поезд надо? Мы сами не местные. Помогите, люди добрые, кто может. Кто чем? Кто клифбаром, кто водичкой? Вашему вниманию предлагается бары импортного изготовления. По цвету, вкусу и запаху напоминают то, что вы подумали. Очень полезны. Нет, а разве вы подумали что-то другое? Это как раз наша штучка должна нажала. Приехать. О, хорошо, значит, ты уже привет. Снимаешь. Как дела? Знаете, как дела? Дела плохо. По-моему, ничего. Дела наши скорбные. А сидите вроде хорошо. Сидим, хорошо сидим, но это недолго. Вон идут еще Леша Садовников выходит. Леша Садовников? Получается, два Садовниковых. А вот идут два главных Садовниковых. Смотрятся они, конечно, совершенно потрясающе. Опасно. Ага. Идут очень бодро и весело. Это непонятно, кто... Папа у Васи силен в математике. Учится папа у Васи за Васю весь год. За Никиту. Где это видно? Может, потом, что Никита несет за Дедушку. Вот отсюда мы пришли, между прочим. Да. Вудлейк. Было дело. Бывало. Ну, не переживайте, все хорошо будет. Мы надеемся, конечно. Хотя О, вот сейчас, да. Слушай, вот люди как с трудом. Вот что значит, да, пойти в поход. Последний немножко осталось, чуть-чуть. Хватайся за столбик. Хватайся за столбик. Да. Это кино будет rated R. Rated R, пожалуйста. Пять прошли. А, все как положено, да? Отлично. А Юра сказал 5.45. А у Юры все ходы записаны. А что, мы идем? Часа три? Да. Так, ну, 2 часа 15 минут. Меньше. Детское время. Я снимаю интервью для телевидения американского. Как тебе поход? Как ты там в походе? Расскажи нам. Никита молчал. Конфеты, походу, рот занят конфетами. А какие так. Конфеты? Интервью, я чувствую, у нас не получится. Вот так вот. Вот так он будет поступать с каждым, кто покусит. Совершенно. Вот это вот что ли? Да. Граут. Леша, у меня проблемы появились. Не, ничего, там воду можно качать. Как по карте определен. Сколько там две капли будет? Не с той стороны снимаешь карту. Надо оттуда зумом. А я и делаю. Видно. Вот так у нас происходит совещание. Сейчас выяснится, что мы не туда шли 5 миль. Видно, что это иммигрантская плава. Сюда загоняли иммигранта. Просто... А это мы и есть иммигрант. Какая проблема?
Так, а сколько должно быть? Должно быть 23. 23? Ты уже съел все. Это проблема. А с Синдресом больше ничего нету. Нам надо было 12. Еще 5. Да, но тут тоже никакой воды, знаешь, ничего нет. Может быть, так, покажите теперь мне, чего мы прошли и куда мы не дошли. Оставившее весло и пьющее. И пьющее из реки. Меня прямо за это Не, ну у тебя же классическая была фотография, которую просто... Девушка с веслом, да, это точно. Из меня получилась неплохая. Я бы даже сказала, баба с веслом. Фух. Да, я пойду погреюсь. Что-то холодно. А теперь? А теперь снимай. Радуйтесь. Да. Ой, ничего, ничего. Надо будет больше Даши. Так, отлично, Никита. Ну ладно, Никита, я не буду рисковать камеры. Так. Процесс перекуса продолжается. Последний рывочек. Один кусочек огурчика. Это дошли до обгорелого леса. Что же здесь так горело? Тихий стон раздался сзади. И кто там? Встречаются такие причудливые деревья. Как в сказке почти. Вот это мы перед последним подъемом уже. Чумазые такие. Штурмом. Сейчас мы его быстренько. Как-то. Ну вообще-то мы надеемся, что мы выживем. Ой, у вас отвалилась крышечка. Да, у вас. Вот там еще кто-то уже двигается. Шарк-шарк. А я думал, что пишет кто-то. К финишной ленточке. В смысле, к полуфинишной. Что-то вы какие-то гадости, по-моему. Мы говорим, нет, что дорогу осилит идущий. О, они сидящие. Пошли. Ох, ничего себе. Разбилка. Ничего себе разогналось как, а? Да, вон столб стоит. А-а-а. Надо следы а смотреть. А потом смотри, да не мелькнула оранжевая униформа Андреева. И сразу такая надежда. Все правильно. Я на верном пути. Все правильно. Я на верном пути. Все друзья уже. А вот еще кто-то там между деревьев плетется. Собака. Враги, значит, так и тут. А наши такие. А я не различил еще, кто там прячется. Пытается увильнуть от камеры. Сейчас, к винишной ленте подходят участники соревнований. Так потихоньку идут. Вот это страшный подъем, да? Да, развилка, развилка. Почему тут страшный подъем? Красно, развилка и все ближе к этой самой. Подъем. Товарищ индейца. Пора в бой. Подъем начинается. Развилка. Ну, это развилка как раз, да? Да. Разножка или развилка? А тебе все-таки доверили понести рюкзачок? Да. Я рассказал пол истории. Мне гордишься? Доверие. Тут не так просто. Правильную сказку начал рассказывать. А какую историю ты рассказывал? Да, кому попало не дают. Легенду о последнем самурае. У меня и так сил нету. Надо улыбаться для камеры. А тут еще улыбаться на камеру. Совсем сфокусоваться. Так, да. Это оскал капитализма может получиться. Звериный?